Ищем межофисные перегородки. Переходим по первой ссылке. Первым, что бросается, телефон, электронный адрес. Сразу попадает стоимость за квадратный метр. Предлагает кучу видов перегородок. Вот. Можно посмотреть о компании. Попадают в глаза отзывы покупателей. Они, естественно, довольны. Что тут? Компания. Там толком ничего не сказано. Посмотрим продукцию. Предлагает, ну, не очень большой ассортимент продукции. Я что-то не нашел, где тут именно перегородки. Ладно, пойдем другой сайт посмотрим. Сайт glassfire.ru. Какая-то музыка сыграла, но очень примитивный дизайн. Нет, вообще походу не то. Посмотрим на окна B. Сразу предоставляет менеджеров. Так. Консультация, телефон. Посмотрим продукцию. Продукцию. Нужны перегородки. Вот так, ничего не понятно. Посмотрим следующий сайт. Металлические межофисные перегородки.
сразу нам показывает тип, параметры, выбор материала, примеры. Есть размеры, достоинства. Можно более подробно посидеть написать. Офисные. Смотрим. Мобильные. Сразу предлагают кучу вариантов. И еще кучу. Вот. Сейчас прогрузить. В качестве заполнения модульных алюминиевых офисов перегородок можно использовать следующие материалы. И на наш выбор представлены очень много материалов. Вот. Можно посмотреть алюминиевые, например, многие. Стеклянные. Относительно разновидность стекла, вес, размеры, материал, то, что тебе нужно, как бы ты здесь все находишь. Посмотрим отзывы или что-нибудь еще по этой компании. Никаких не смог найти. Но по мне тут сайт Артульта. Единственное. А вот здесь есть цены, но очень много. А вот тут все как бы расписано. За квадратный метр, материал, тип. То есть я думаю, все, что есть, как бы все на этом сайте нужно. Это, наверное, лучший сайт, но я посмотрю еще. Так, посмотрим еще. Наухаус.ру. Ой, ну тут примитивный очень сайт. Ничего не понятно. Все очень. Все очень непонятно. Одно из всех. Из всех просмотренных сайтов мне, конечно, больше всего Артульт, где просто есть все, куча материалов, куча видов, цены, все понятно, все расписано.
Все. Нет.